и ты понимаешь, что ты не можешь так, то, в общем, есть какие-то другие способы существовать. Я вспоминаю тот же 91-й год, и когда точно так же было принято решение пришедшей к власти хунты и ВЧП, ничего не говорили про это, ничего не происходит, и наверняка вы помните репортаж «Неожиданное проверенное время», да, Сергея Медведева, да, который в ту пору был молодым журналистом, и вдруг мы видели его на фоне танков на Первом канале, который вообще ни слова, ни духа, ничего не говорил, какое-то сопротивление народа, даже такого разговора. Бывают человеческие пары, бывают, конечно, и дело в том, что тогда настроение общества было другое. Вот я сейчас пытаюсь понять, каково настроение общества сейчас, потому что, как вот Бориса Годунова наверняка сказала, знаешь, очень сильно, ни войском нет, ни поиском помога, а мнением, да, мнением народа. Мнение народа — это вещь неопределимая в каких-то единицах, но она либо есть, либо нет, и вот это надо. Какое оно сейчас? Ну, кстати, тогда, в 91-м году, как мне кажется, потом мы поняли, что большинство людей, общества, да, народные люди, что все эти люди, которые пришли, да, в Петербурге, я не знаю, еще все-таки мало, да, это небольшое количество. И такого сопротивления настоящего не было. Потому что, значит, что я помню, один из митингов, когда я видел испуганные лица офицеров, я не знаю, что делать, потому что было очень много, 1200, наверное, было на проспекте Сахарова. Ну, вообще говоря, книги, они для чего нужны? Для того, чтобы человек находил в них ответ. Свободным. Да, чтобы человек находил в них ответы, не прямые ответы, это не публицистические ответы. Ответы на то, что его волнует, почему он живет на этом свете. Собственно говоря, это книги есть. Ну, давайте мы назовем книги, которые сегодня мы вам подарим, с автографами авторов. Анна Персенева «Со дна песни лица», Анна Персенева «Лучшие годы Риты» и Владимир Сотников «Роман Лодка Эммер». Я могу задать только первый вопрос, потому что, несмотря на то, что мы связываемся с корреспондентом, у нас поэтому первый вопрос я уже вам задаю. Во что, по мнению Ницше, не верит ни один победитель? Во что, по мнению Ницше, не верит ни один победитель? Ответьте этот вопрос у представителя на СМС +7 985 970 45 45. Во второй части мы постараемся поподробнее скажем несколько слов, наши авторы скажут о своих работах, зададим вам остальные вопросы, услышим рубрику «Майя Пешкова. Книги и вокруг», ну и, конечно... Еще новости у микрофона Елена Лиховская. Здравствуйте. ОМОН проводит зачистку Пушкинской площади в Москве. Бойцы врезаются в толпу людей и пытаются вытеснить их с территории. Выстроившись цепью, не менее 200 сотрудников ОМОНа выдавливают собравшихся. Задержаны по меньшей мере 130 человек. Такие данные приводит ОВД-Инфо. Тем не менее, на Тверскую, где сегодня проходит антикоррупционная акция, продолжает прибывать поток людей. Общее число участников в Москве достигло нескольких десятков тысяч. В районе Тверской начались перебои с мобильной связью и интернетом. И все же сейчас попробует выйти с нами на прямую связь наш корреспондент Ольга Кузнецова. Ольга, здравствуй. Слышишь ли ты нас, что сейчас происходит на Тверской? Да, да, я слышу. Я нахожусь недалеко от памятника Пушкину. Сейчас он полностью плотно отцеплен ОМОНом, так же, как и вся Пушкинская площадь, куда не попадают кроме тех молодых людей, которые уже находятся там и пытаются вытеснить, задерживать. В основном это молодежь, 20 с небольшим, меньше, чуть меньше 20 лет, чуть больше. На моих глазах задержали несколько десятков человек, задерживали ОМОН. ОМОН подходил к памятнику, снимал детей с постамента. Большая группа ОМОНа каждого задерживала, взяла в автозак. Если человек сопротивлялся, то ему не давали вырваться. ОМОН с убийцами, полной амуниции. Далее, сейчас и через некоторое время после основной массы задержали, начали вытеснять и сделать так, чтобы толпа, собравшись в Пушкину,
не расходятся, вокруг очень много людей, это и как рядом прохожие, там те, кто пришли на акцию. А он то, чтобы минимизировать число участников именно на небольшом пространстве около памятника Пушкину. Ольга, спасибо. С Пушкинской площади наш корреспондент Ольга Кузнецова. По словам очевидцев, в сторону Пушкинской от охотного ряда выдвинулась еще одна колонна ОМОНа. Тем временем к офису ФБК, откуда сегодня весь день ведется прямая трансляция всероссийской антикоррупционной акции, пришли полицейские. Об этом сообщил ведущий трансляции Леонид Волков. Несколько минут назад также поступило сообщение о том, что бизнес-центр Омега Плаза, где находится офис ФБК, эвакуирован. Из здания вывели несколько сотен человек, объясняя это угрозой взрыва, сообщает агентство ТАСС. В правительстве Москвы знают о происходящем в центре города. Об этом эхо сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. Что еще, время революции не пришло, наверное. Около часа назад на Тверской задержали Навального. Его увезли в неизвестном направлении. Погода сейчас в столице 7 градусов, завтра днем переменная облачность, местами дождь, 3-5 тепла. Елена Лиховская, служба информации.